Доброго времени суток, дорогой мой зритель. Слушайте, ну, ну тогда уже зрители, да? А неплохо, неплохо поработали, скажем так, в предыдущем эпизоде. Ментов наказали прям капитально. И денег заработали, машин вообще просто максимально крутяцки отработали. Итого... Короче, опять базары, вокзалы. Итак, у нас сегодня день, пятница. Вот. Бэнк. 11 тысяч минус 2 тысячи, 16 тысяч, 0. И тут бац, резко, 129. Хе-хе. Красота. А вот это у нас что? 18 тысяч за дрифт? Мне кажется, вот отсюда надо начать, с этих гоночек. Тут всего 6 тысяч выиграем. О, прикольно, все, погнали. Looking good out there. Plenty of money in the bank. So why not spend some on the car? Spend my hard-earned cash? Now that's some good managering. Qualifier, here we come. The rest is up to you. Go make more money, or take in the lake, cruise around. Oh, really, can I? Oh, thank you so much. Куда я еду? I'm all about empowering your special journey. Ладно. Later, Speedy. Пропустил поворот. Ну, надо же было прокатиться. Что вот это вот знак краски? Еще в прошлый раз ездил, смотрел, что это значит. Это ломается? Не, не ломается. Непонятно. Куда-то я приехал. Блин, камера глючит, ничего не вижу. Давай разворачивайся. И здесь тоже, да, получается, ничего не вижу. Может, с той стороны, да, получается, надо было заезжать. Попробуем с этой стороны заехать. А здесь можно заехать? Нельзя. Блин, не понимаю. А, вот он. Collect Street Art. Угу, это типа художество, да? Прикольно, что-то. Мне нравится Street Art. Это вообще просто лучшее место. Серьезно? И ехать через мое любимое... А, тут просто точка встречи. А тормозить уже хочется. О, можно прям My Ride теперь. Эй. Поехали. И прям можно выбирать. Ой. Ну. Поехали. Тачка просто. Огонь. Challenge.
Та, ты что делаешь? Ого. Блин, офигеть. Вот это вот местные потасовки. Из-за них я потерял 75 метров. Сейчас вот 30 нагнал. Ну и как обычно, они в дрифте как по рельсам. А я их догнать не могу. А у меня с ней спор. Да, мы стрит-рейсеры, и мы в движении. На движе практически. Здесь лучше так объехать. Скорость не потеряю. Так, и помните, мне тут все время нужно в левую, да, заезжать. Так, красота моя, не подведи. Прошу тебя, молю тебя. Прекрасное место для финиша. Красавелла. Континуар. Just stop it. I have some good news. The good news? Yaz will be at the first qualifier. Oh. The bad news? I don't know if she's racing. Might be leaving it to her crew to clean up the competition. You know what? That's so predictable of her. Either way, you still have some time to make hella cash and put it into our ride. Better get on it then. Mm. That's my superstar. Always hustling. I'll catch you later tonight. Peace. Ага, ну короче, она сказала, что Яз будет на квалификационном заезде. Офигеть, тут просто либо. Ну, надо только первое место. Вариантов нет. Да-да-да, я в курсе. Да что ж ты делаешь? Да, мы могём.
Давай, мы все бабки. Ого, тут могла быть постанова. Нормально. Ага, ну и конечно же, товарищи патрульные за мной. Да что ж ты делаешь? Вау, уже двое. Сейчас, секундочку, можно мне карту? Так, ой, мэп, я здесь, и я хочу set waypoint. Они просто еще не в курсе, что я их сейчас потеряю. This is dispatch. We lost that suspect in Jefferson Hills. Вы всегда меня будете терять здесь. Классно. Все, тут закрыто. No движ. Надо аккуратно отсюда тогда выдвигаться. И тачку еще надо починить. Я сейчас стопудово кто-нибудь позвонит и скажет: эй, давайте тачку доставим. Вау! Да выёживался. Да, я помню, как я в прошлый раз провел эту гонку. Ужасно. А можете не мешаться мне просто? О, вот это постанова. Что-то я не хочу об этом говорить, но походу надо будет заново и начинать. 80 метров, это дофига. Надя, просто посередине, блин, трафик. Ого. Это что творится вообще? И тут просто отпинали.
Опять трафика насыпали. Угу, спасибо. Давай, давай, давай. Ну это пипец, если честно. Это я уже никого с таким успехом не догоню. Давай, давай, давай. Тут вот очень опасная тема. Вау, вообще просто, просто обалдеть. Что они здесь творили? Что-то жесть какая-то прям. Понизу. Ладно. Уже 23,5 тысячи, ну сейчас нормально денег, уже повеселее. Че по ивентам? Windy City. Предыдущая гонка меня прям что-то. И чё, и как вот это вот понимать? Они просто бустятся с места и улетают. Давай, 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 набирай, набирай. Да, вот тут надо аккуратно вот так вот чик. Ух ты, скотина, а? Как он меня подставил? Пару. Уфига себе, он полетел. Чё он быстро-то такой? Я вообще его догнать не могу. Офигеть, что у него за тачка там? Ааа, газуй, газуй. Газуй! Вообще, еще чуть-чуть. Fair Lady? Что, у тебя очень прущая Fair Lady. Это было вообще...
вообще прям 4. Еще чуть-чуть и можно будет пойти опять копов погонять. Сейфхаус. Нифига. Я здесь. Ехать я хочу. Вот сюда. Надо копов погонять. Is that the suspect? Looks like it. Suspect wants to play dirty. They just hit us. That puts in a Mitsubishi control. All units, we've got a fresh sighting of the suspect at University Central. Undercover, going after that suspect's vehicle. Woohoo! Ай-яй-яй-яй-яй! Почему ж ты не повернула? Ааа, вот это жесть. Вот это я сейчас зря, конечно. Ну ничего, машинку починил. Нифига себе, 6 копов на 4 уровне. This is dispatch. We lost that suspect in Jefferson Hills. Упс. По-моему, он сейчас ко мне приедет. А, нет, он сломался. Мне нравится. Штука всего за 4-й левел? Ну не знаю, думал хотя бы там двушку дадут. Не, ну как-то заканчивать здесь рановато, надо их еще подраконить. Надо 5-й левел получить. Где он там ехал? Сюда. В смысле уехал? Что, дурак что ли? Я не понял, копы, вы чё, блин? Кто за мной гнаться-то будет, а? Блин, я его уже влупил даже, а он... Так, я не понял. За мной едете или не едете? Сейчас этому лупидол пропишу. Be advised, we have reports of the suspect at Jefferson Hill. What took a hit right there? Ooh, вертолёптер, вертолёптер. Да я вот тоже хотел спросить, машина, что ты делаешь?
Чуть не попался. Our units just lost that suspect in Jefferson Hills. Search every corner and find this punk. А мне дадут побольше пятую звезду или нет? Что? Мне долго ждать? Не, по 1000 просто неинтересно. Привет. Теперь газстейшн working, можно ехать. Заправочку. Что-то это было жесткое вариант. Когда вы мне пятый левел подадите? Или не дадите? Или мне уже спокойно можно ехать и отдыхать? Вы пока только ломаетесь там везде. Я вообще стою, никуда не еду, алё. Чё, неужели... Не, за 1000 баксов как-то неинтересно. Если бы дали что-нибудь побольше. О, вертолёптер сейчас улетит. У него закончилось топливо. Короче, ладно тогда, чё. Сейчас узнаем, можно ли спокойно домой доехать. Меня извинить, мне тут надо аккуратненько раскачать. Ну а чё получается, мы типа все гонки откатали, бабло положили. Sounds like Yaz's crew is counting on her to win the grand and put Alex's prize money right back in his pocket. She must be feeling the pressure. No, she's trying to impress the wrong people. Her crew doesn't care about her. Dick. They just want the money. Money? I see no problem with that. Yes. I kid. Короче, можно еще вот такую штуку сделать. Но тачка, она не будет дрифтовая. Для дрифта лучше вторую, наверное, сделать, да? Что, ну что? 20% дрифт — это уже плохо. Блин, апгрейд гараж — это, конечно, тема, но, блин, я тогда вообще без денег останусь. Я не знаю, как правильно.
А если зайти в плей, но выйти, что он мне скажет? Картир Eclipse подходит. Buy-in 20 тысяч. Получаем Defender. No pin challenges. Ну, как вы поняли, тема такая, что можно оставить машину вот так, как есть. Да? Вот. Вторую тачку можно чисто под дрифт сделать. И заезжать, и если во время гонки можно будет менять машину, то, в принципе, будет прикольно. Вот. Ну, с другой стороны, что, у нас вон 30 минут закончилось, прошло, точнее, от начала. Давайте, пускай этот эпизод будет вот таким вот коротеньким, а следующий будет ночь. Да, ночь, таинство, гонка, куча копов, красота. Все, ребятушки, давайте, до новых встреч. В следующем эпизоде. Всем пока-пока.